Всем привет! Утренняя вылазка! Грибочки! Чтоб дойти до точки! На шум не обращайте внимания! Злодеи отключили электроэнергию! Сегодня мы готовим свиные рульки в соево-пивном соусе. Завтра Пасха. А сегодня мы решили приготовить рульки в соево-пивном соусе. Где будет пиво? Вот соевый соус. Заложили казанчик. Заливаем соус. По рецепту нужно один к одному. Но здесь было пол бутылки. Сейчас мы все процессом будем показывать. Оп! И Васик. Мадаем чайно. А вот у вас. Оп! Открывашечка. Оп! И вперед. Посмотрите-ка, посмотри. Красота какая. И с пенкой. С пенкой. Так, литр сои. И вас отпускает еще одну открывашечкой. Хоп! Кого? Аниматор. Оператор. Шина. Свет. Нам свет дали. Смотри, чтобы в аниматора не попала пробка. Повар. А запашок, господа, еще одна пол-литра и того выходит. Сейчас мы на данный момент заливаем 2 литра соуса. И пиво у нас 620 грамм, 3 бутылки мы залили, литр 200, литр 800, ну, одинаковая почти пропорция. Так, 4 умножить на 6, 2400. 2400. Опять в аниматора попало. Опять в аниматора. Да что будем делать? Я зато крышечки так, собираю. Не тонет мясо. Еще пивасика, что ли? Итак, 5 бутылок пива китайского поджигаем. Накрываем. Ждем, когда закипает. Ставим на медленный огонь. Прошел 1 час. Вот что мы имеем. Аруша. А этого кабелину как? А, маркиз же.
Пошли, банда, за мной. Два часа. Прошли. Вылавливаем наши жулечки. Вот такую красоту мы сейчас имеем. Бульончик мы выливать сейчас не будем. Мы его процедим и приготовим в нем картошечку. И лапшичку. Будьте с нами. Наверное, меня многие поймут. В общем, столько пива. Рульки я пока вот сварил, приготовил, стоят. Столько пива и соевого соуса мне было жалко выливать. Я вот сейчас поставил в этом соусе варю картошечку. В этом же соусе варю грибочки. И в этом соусе сейчас буду готовить вот такую вот лапшичку. Вот весь процесс приготовления. Дегустация, да? Дегустируем. Так, ну все, сейчас. Смотрите, да? Я сейчас сниму пробу. А грибочки какие? Да. И лапша. Бабуль, я вот так вот сделал, мне так лучше, шею прикрывает. Что а супер? Туда... Вот я сейчас привет. Давай.